Остеопороз. Многие о нем слышали, но далеко не все считают опасным. На самом деле остеопороз часто превращается в катастрофу. Из-за остеопороза кости ломаются даже при легком падении, и люди восстанавливаются годами, а часто умирают обездвиженными. Как же защититься от остеопороза? Многие уверены, что нужно есть больше продуктов с кальцием, но этого недостаточно. Важно соблюдать еще несколько правил, которые помогут укрепить кости. Возможно, вы о них даже не догадывались. Например, нужно сдавать особенные анализы, делать специальные упражнения и обязательно гулять. Что же еще поможет снизить риск развития остеопороза? Узнаем.